Разрешите обратиться к вам? Я как Андрюля зовут, я член молодой гвардии. Я в первый день здесь нахожусь, с первого большого дыва, плавал на лодке, спасал людей, помогал. Вот. Когда я попросил молодогвардейцев сюда приехать, в первый же день собралось 150 человек. Они со всей страны сюда приехали. Спасибо вам большое, что вы, в свою очередь, обратили внимание на беду в городе Тулуне. Я здесь родился и вырос, сейчас живу в другом городе. Вот. Я хотел бы внести предложение, почему мы не можем, хотелось бы организовать волонтерство в ЧС в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны и приходили в первые часы на помощь. Ну, так у вас так и получилось. Ну, у нас получилось так, что да, в первые часы недостаточно было силы. И тогда, когда мы обратились уже в УНФ, в молодую гвардию, сюда собрались люди, со всей страны приехали. То есть люди, готовые проявлять действия в патриотизме. Конечно, это нужно делать, нужно использовать, но оперативная реакция должна прежде всего идти.